Всем привет, друзья! Сегодня с вами я, Испарик. Сегодня вместе с моим тиммейтом Гариком мы будем записывать туториал в Apex Legends. Как правильно играть с дробовиком Мозамбик. Дробовик Мозамбик — это очень имбовое оружие. Надо просто правильно понимать, как им пользоваться. Основа этого дробовика лежат в его названии. Мозамбик — это африканская страна. Самые сильные люди — это негры. Им проще всего набирать мышечную массу. В этом и заключается сила дробовика Мозамбик. Однажды Гарик играл в катку, и он нашел дробовик Мозамбик, но он его не взял. Он проиграл эту катку, потому что он не взял дробовик Мозамбик. Это должно быть уроком для всех вас. Берите дробовик Мозамбик в любом случае, прокачивайте его на максимум и побеждайте в Apex Legends. Сейчас к нам подключится наш тиммейт Гарик, и мы начнем наш летсплей за дробовик Мозамбик. Вот и к нам присоединился наш тиммейт Гарик. Гарик дикий расист. Да, у нас дуо Гарик и Испарик. Отдельная благодарность грузину Кселне, который предложил назвать Немо Крисмас Гарик. Он заявлял, что его зовут Гарик, поэтому мы согласились с ним. И теперь тебя зовут Гарик. Поздравляю. Ты должен быть очень счастлив. Спасибо. Тебя назвал сам грузин. Вот. Я рад. Я очень Чтобы рад. Вы понимали, мы два профессионала, мы играем в эту игру уже очень долго. Вот, у нас целые года стажа. Киберспорт, турниры и так далее. Вот, у него даже есть скин Алекса. Алекс Корнилов, вы должен заметить. Мы сегодня будем доказывать, что дробовик Мозамбик — это самое имбовое оружие в игре. Нет. Да. Костя сказал так. Ок, так. Ну, а мы начинаем нашу игру и покупаем дробовик Мозамбик сразу максимальное улучшение. Это верный выбор. Можно взять еще гранат, но это так, между делом. Можно еще побоевить. Let's go. Let's kill niggers. Я надеюсь, что сейчас не будет, как в прошлый раз, эти, блядь, 250 раундов. О, я вижу негров, они вон там. Ты я говорю? С Мозамбика. Да за они везде! Это было нечестно, честно. Это сейчас было просто нечестно. Они в крысу вдвоем закрасили меня. С Мозамбика. Давай, хорош. Бля. Мы проиграли. Ну, у них тоже были мозамбики, ну, сразу потому, понятно. У них мозамбики, да. Да, они оказались немножко более мозамбичные. Так, сразу берем мозамбик, понятное дело. Можно взять второй дробовик, по идее. Но я возьму вот эту вот винтовку. Я профессионал в игре, я знаю, что она делает, и что, я знаю, что она очень имбовая. Но не такая имбовая, как мозамбик, понятное дело. Это мы все знаем. А погнали направо. Я only Мозамбик взял, only Мозамбик. Молодец, хорош. Это верный выбор. Кого? Куда? Фортнайт. Clash of Clans. Используй Мозамбик. Я только с Мозамбика и стреляю. Мада. Хорош. Молодец. Вот это сила Мозамбика, смотрите на это. Да? Поэтому... Брать Мозамбик? Да. О, все, у меня максимальный Мозамбик. У меня почти максимальный Мозамбик, у меня синий Мозамбик. У меня ППшка еще есть. Все, найс, идеальная попа. Ну, я профессионал в игре, я знаю, куда идти всегда. Ой, как посрать. Ну, мы с Гариком профессионалы. Гарик и Испарик — это лучшие игроки в Apex. Гарик и Испарик. Да. Наша ДУ уничтожала самые лютые отряды. Мы сейчас проигрываем просто потому, что мы поддаемся. Ну, понятное дело. С Мозамбика! На! Ой-ой-ой, это кончились патроны на Мозамбик. Это худшее, что может случиться с кем-то. Вот, да-да-да, с Мозамбика! Да, мы его вынесли с Мозамбика. Ну, понятное дело, это же Мозамбик. Опа, фак! Мозамбик! Ой, с Мозамбика пошел отсюда. Короче, Костя гей. О, у нас какой-то... Да, Костя гей. Дробовик Мозамбик. Ой, я продал дробовик Мозамбик, нет? Худшая ошибка в твоей жизни. А, не продал? Я успел его обратно взять. Я успел обратно взять. Молодец. Я куча хилок. Я вижу Мозамбика. Я тоже его вижу. У него броня уже синяя. Что за чмо? Погнали на него. С Мозамбика. Хорош. Все, домой. Аккуратнее, я иду в порядку помогать. Я добил.
С Мозамбика. О, хорош, Изи, с Мозамбика добил. Чистая победа. Я в пару добил с Мозамбика, как Денис. Чистая типа с Мозамбика, как профессионал. А, чистая. Сейчас чел с пара вылетит, как Денис. Так. Дробовик Мозамбик. Понятное дело. Аллах послал нам вторую жизнь. Он сказал сейчас. В арабском переводе Apex Legends Bloodhound говорит не Всевышний, а Аллах. Реально? Да, это реальность. Да, это не фейк. Это не фейк. Нет денег. Нет. То он ли все Мозамбик? Отец, второй мне Мозамбик. Почему он говорит все отец? Что за все отец? Африканский. Надо говорить Аллах. Я считаю. Согласен? Согласись. Согласен. Я согласен, да. Спасибо. Деньги, бобуксы. О, тут боты. Вон. Сейчас мы их от Мозамбича, можете сомневаться. Аллах, даруй силы. Где их? А, вот он. Так я с тобой пушить. Я накидал им немножко. Ой! Убил. Меня бьют. Меня бьют аккуратнее. Вижу. Накидал, по щиту снял щит, минус щит. Отмозамбичил бота. Там он просто, он такой нулевый вот там вот. Это просто жесть. Он максимально ноль. Вправо. Пон, я сбегаю от него просто. Он сейчас от вот был бы я Октейном, я бы сбежал. А, ладно. Он от пули сдох. Если бы я был Октейном, я бы бахнул энергетик и сбежал бы быстрее, чем его пули до меня бы долетели. Надо играть за Октейна, потому что все азиаты знают, что надо играть за Октейна. Дробовик Мозамбик. Мозамбик. Они в центре? Как знает. А, они в центре! Я понял. Блять, уебище, сука. Какой, опять же, этот вальный кубаный. Он мгновенно меня убил просто. Это какие-то азиатские скиллы у него. Мозамбик. Я бью женщин. Я избиваю женщин. Только женщин. Детей так типа кости бить? Ну да. Вон. И Львека. Львек вообще-то не сын, он батя. Он главный узбек. Я в спину зайду. Они моментально сносят просто мне. Я говорю об этом, они у них какой-то Алекс инстинкты. Стоп, кстати, они мне не сняли ничего. Зато мне сняли. О-о! Ой, тупой Алекс. Он меня мозамбичит. Где он? Пометь. Я его мозамбичить пытаюсь. Он меня снес. Ну, чел. Он был на идеальной дистанции. А, хорош! Спасибо, брат. Там еще Алекс. Еще Алекс. А, не иди туда! Стой. Их там два, я вижу. Я к своему брату азиатскому иду, который играет за Октейна. Ой. Алекс. Хорош, Алекс гигачат. Он отхилял кого-то, что ли? Чё? Еще один Алекс. Бей его, бей свиней. Бей свиней, хорош, Алекс гигачат. Алекс хорош. Сколько у него этих банок, он вообще алкаш. Алекс Корнилов, амбассадор. ЧЗХ. Амбассадор ХД. О, хорош, Алекс. Домой. Амбассадорил. Ходу. Бах, энергетик сразу. За Алексом. Ой. Меня за секунду просто все. Я не знаю, это анрил. Что это сейчас было? Это какие-то безумные Алекс скиллс. Я не знаю, у него реально походу щиты. Я не знаю, как можно столько офигенно стрелять. Да, мне пизда. Типа он буквально за мгновение меня убьет. О, Алекс их бьет. Все, Алекс у жопы. Я отвлекаю одного Алекса. Он сейчас хочет меня казнить. А, бро, челу казнить мне не дали. Тупые Алексы. Ну это пизда, это конченый просто уебанище. Ну все, блядь, ну поголовно нахуй. Все мы ненавидим японцев. Мы хейтеры японцев, мы расисты. Мы ненавидим всех. Мы ненавидим негров, шведов, японцев. А если ты ненавидишь тех, ты расист? Или что? Ну, наверное, типа, ты же всех одинаково, всех одинаково ненавидишь. Ты нацист скорее уже тогда. Ну, если ты найдешь всех, и свою расу, и чужую расу, и вообще все расы в мире. Ну, кто тогда, ты? Наверное, нет, не знаю. А, ну все, тогда все нормально. Никто меня не осудит. О, амбассадор!
Вот амбассадор! Меня... О, он выпил энергетик и умер, ну о чем это говорит? О чем это точно говорит? Амбассадорит! Нас амбассадорит! Вижу амбассадоров! Домой! Домой! Каково? Ну это нереально с ними. У него щиты какие, я не знаю, он буквально наводит идеально голову всегда. Он мгновенно меня убивает. У меня фул защита, щит был. Он меня убил за полторы секунды. У меня то же самое, да, может он чуть это. Возможно, на самом деле. Либо просто гига Алекс какой-то. И у нас, походу, два читака. Один в нашей команде, другой во вражеской. Это чисто идеальный баланс Алекса. Не-н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 е. Ему вообще пох, он просто он алах, он всю броню сносит тебя за секунду. Пон. Прыгай, прыгай, беги от него, он черт. О, я снес ему дофига дамага. Кому он там стреляет, сын? Да куда? Алло! Отмозамбичил одного почти! В ком идет Мозамбик? Аккуратно, сзади! Он у тебя там. Я его Мозамбик, я вплотную! Он, у него нет хп! Каким? Он... Ему не важно, он... Он сзади походит, сзади, сзади, сзади! Бей его, бей его! Он убил Алекса! Чел! Чел, ты обязан выжить! Бей его! Лучше прячься от него. Если ты его не видишь, то прячься от него. Хорош, гигачат! А та забрал. Алекс хорош. Джи-джи. Алекс. Все, я написал джи-джи, Алекс. Все, я в тильт, я пока. Все. Хорош. Это было офигенное завершение. Дробовик Мозамбик зарешал. Ну, по факту. Играйте все с дробовик Мозамбик. Иного пути нету в Апексе. Помните об этом. С вами были Гарик и Спарик. Всем спасибо за просмотр. Ставьте дизлайки к Селне Богдану, а нам ставьте лайки. Всем пока. Мега плюс.